Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Течо. Дэч. Дэч? Дэч! Барт, ты меня все время называешь Дэчем? Мне потом пишут, Дэчем, помоги! Ну ладно, Дэч. В общем, мы сегодня вместе с Артемом решили показать вам, что у нас произошло на нашем сервере, где мы играем на стримах, развиваемся и строим много всего. В общем, появилась у нас ферма железа. Вон там вот автоматически убивает големов, которые спавнятся и присылает нам железо домой. Выговорил. Вот через эту трубу, которая здесь под прям дорогой нашей. Ну я потом заделаю все эти дырки на стриме уже. Вот, тут была у нас ферма, мы ее перенесли на автоматическую, она у нас в подвале теперь. Все автоматом собирает, добывает. Оп, вот. Да, там Барс Лощенок тебе чуть ли не прокопался, там маленькую дырочку сделал. Вот, у нас, кстати, там биомусора очень много уже, это говнецо собралось. Вот, есть еще много-много всего интересного. Мы постоянно играем на Твиче, стримим. У нас даже, смотри, вороны есть. Каждый день стримим. Мини-зоопарк. Что? Каждый день стримим, говорю. Да, стримим мы каждый день. Играем, кстати, не только в Майнкрафт, еще и вчера вот в КС-ку играли, в Доту иногда играем, в Айзека играем. Но в основном, как бы, стримим Майнкрафт по 2-6 часов, наверное, в день. Барт, мы никогда еще 2 часа не стримили, ты что, это мало? Почему? Вчера мы стримили 2 часа, нет? А я стримил сколько еще, знаешь? А, ну ты еще после меня часа 3 стримил, да-да-да. Каких 3? 4. Так что 6 часов как раз. Вот, поэтому как бы... К чему это видео вообще? Заходите, смотрите, подписывайтесь на Twitch. Наверное, я сейчас даже еще расскажу, как быть в курсе событий, когда мы начинаем стримить. У тебя есть еще что-нибудь показать тут? Есть, пошли. Подожди, я еще вспомнил, у тебя есть подвал какой-то. Есть подвал? Подвал, да, там можно залетать, Барт, через окно, но тут теперь большая дырочка. О боже! Я тут немножко в земле вскопал. Ну, немножко место расчистил себе под... Окно можно тут... Давай вот сегодня построим тут огромное стеклянное окно, вот так вот. Можно. С горкой. Это наш подвал. Вот, можно. Потом стену тут построим тебе и все остальное. Да, но мне весело хорошо тоже, знаешь. А Е, что ли, развиваешь, да? Ну это же было вчера на стриме, мы тут развивали как раз таки АЕ Отлично. Ленивая автоматизация называется. Я вчера немножко, мне немножко вчера не было, а вы тут негодяй. Эй, ты негодяй, ты затоптал мою семена. Вернулся семечко. Мою семена. Вернул семечко. Бежи. Но... Я хотел показать свой Uberminer 3000, который прогрызается сквозь землю, именно прогрызается. Пойдем посмотрим. Пошли. Вот нам сюда надо улететь. У нас уже джетпаки появились. Мы, кстати, вчера ходили еще в Twilight. Ау. Ну так, немножечко, на пару минуточек зашли, там побили. Пару боссов там за 5 минут убили. Так я Лича убил и Нагу убил. Сегодня будем искать дальше следующих. Ну там Минотавр, там будет лабиринт хотя бы немножко дольше. Вот мой Uberminer 3000. Где там? Так, что, подожди, дай я хоть посмотрю сначала. Так, что это такое? Это, короче, у нас... Блокбрейкеры. А ну, запусти его. А, это будет самое сложное, потому что нет рычагов. У тебя случайно рычагов нету или дерева? Нету. Так, ну как ладно. Как он работает, я хочу увидеть. Ну, сначала он ломает блоки, потом он едет в одну из сторон. Влево или вправо, сейчас знаю, куда нет. В эту сторону, значит. Сюда он едет, в эту сторону. Или не едет. Короче, у тебя ничего не работает, да? Короче, да, мне лень, мне без рычагов лень вы Короче, на стриме, наверное, мы доделаем, и вы увидите, как вот эта вот штуковина будет автоматически ехать прямо, добывать все блоки, складывать вот в этот эндер-сундук и отправлять все это к нам домой. Вот это да. Да. В общем, да. И на стриме я буду делать схему, как это все работает. Теперь мы, наверное, перейдем к видео. Сейчас я покажу свой рабочий стол. И покажу, как подписаться на канал, и все остальное расскажу. Секундочку. Итак, мы зашли на Twitch, зашли в свой аккаунт уже. Я тут взял левый какой-то аккаунт. Женькин, по-моему. Ну как взял. Левый? Да, я через Женькин аккаунт зашел. В общем, вот это вот так выглядит Twitch, и вот тут вот есть кнопочка подписаться, которая выглядит как фиолетовое сердечко. В общем, нужно на нее нажать, и она стала зелененькая.
После чего вот тут вот можно написать, типа, оповещать меня, если начинается трансляция. Но в чем неудобность этой штуки? Оповещение приходит на почту. Не каждый заходит на почту. Я вообще на почту... Ты часто заходишь на почту? Каждый день захожу, Барт. Нет, я не каждый день. Я захожу редко на почту, у меня там 3000 спама, среди которого я не могу ничего найти. Вот так вот подписался, все здорово. Но после чего, если у вас браузер называется Google Chrome, вы можете видеть это, вы можете зайти в расширение. То есть вот сюда вот нажимаем дополнительные инструменты и расширение. Вот я как раз уже все открыл. После чего листаем вниз, нажимаем еще расширение. О, кстати, Тём, ты можешь это то же самое делать для того, чтобы знать, когда я начну стримить. И вот тут вот в интернет-магазине Chrome можем написать Twitch Now. Вот такая вот, вот такое вот приложение. Нажимаем поиск. Ну, сейчас будет даже не только для Google Chrome, но все же. Ну, я рассказываю на примере Google Chrome. Chrome, вот. Хлом. Да, вот такое вот приложение, оно у меня уже установлено. Вот такая кнопочка будет «Установить» вместо «Оценить». Вы его устанавливаете, появляется вот такая вот фиолетовая молния, которая, в которую нужно зайти для начала. Нужно написать опять свой логин и пароль от Твича. И у вас получается как? Если кто-то начинает стримить, на кого вы подписаны, а я только что показывал, как подписаться на меня, то сразу будет выпрыгивать оповещение. Кстати, в настройках можете выбрать автообновление, например, через каждую минуту, и выбрать звук, свой звук. Вот я выбрал какую-то сирену. Сейчас я попробую проиграть ее. А, нет, нет, нет. В общем, там нужно загрузить музыку. У меня загружена сирена такая. В общем, я думаю, это... Он просто хочет знать, когда точно начинает стримить без него, чтобы он... Можем выбирать, зачем ты что стримишь, а? Да, и как бы вот тут у вас будет появляться циферка, если кто-то стримит из тех, на кого вы подписаны. Вот у меня сейчас никто не стримит вообще. Я потому что подписан на мало каналов, или сейчас... Давай я обратно начну стримить, ты будешь сам себя слушать. Нет, не хочу. В общем, вот такое вот видео, подписывайтесь, о, приходите к нам на Twitch, мы будем... Мы сегодня будем стримить, думаю, что... Да, сегодня будем стримить, вот в ближайшее время начнем, так что я думаю, если вы вот прямо сейчас нажмете на ссылочку, которая внизу написана, то, скорее всего, нас уже увидите. А если нет, то можете посмотреть прошлые трансляции, тут все трансляции остаются. Вон, ну как все, которые там последние там пару дней? 4 часа мы играли, и больше, 2, 4, 6, в общем, здорово, здорово. Всем спасибо за просмотр. 24/7. Да, если найти еще пару стримеров, а то я уже никакой буду. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лойсы, подписывайтесь на канал. И на Twitch тоже. Подписывайтесь на Twitch. Да, да. Самое главное на Twitch, парни, не забываем про Twitch. С вами был Бартоломео и Тэчо. Видишь, я выговорил Тэчо. Тэчо, не Тэчо, люди, не Тэчо, я Тэчо. Тэчо. Всем пока. Пока-пока.